Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый зимний сезон Forza Horizon 4. Но прежде чем начать, расскажу вам еще об одном автомобиле, который можно получить благодаря предыдущему Forzafone. Спасибо тем, кто заметил и оставил комментарии. Речь идет о регалии Type D. А получить его можно, если купить за 99 очков модификацию на обычный кварц регалия. Ну а теперь непосредственно про зимний сезон, который вышел, как мне кажется, очень лайтовым. На острове Fortune Island вас будет ждать 2 сезонных выходки и 3 сезонных чемпионата. Как и всегда, награды не отличаются. За первое место против драйватаров уровня эксперт вы получаете 3 призовых игры. А вот на основной карте вас опять будет ждать 2 сезонных выходки и целых 5 сезонных чемпионатов. Правда, призы в них достаточно скучные. За первое место против драйватаров уровня эксперт во втором зимнем чемпионате сообщества вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и призовую суперигру. За первое место против драйватаров уровня эксперт в кольцевой гонке в садах Princess Street вы получаете абсолютно все то же самое. За первое место против драйватаров уровня эксперт в уличной гонке Новый город Эдинбурга вы получаете 15 тысяч кредитов, призовую игру и автомобиль Cadillac Escalade. За первое место против драйватаров уровня непобедимый в командном автокроссе в Beach View вы получаете автомобиль Pontiac Firebird 73 года. И за первое место в чемпионате зимних игр вы получаете призовую суперигру. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый недельный Forzafone. Первое испытание называется «Красотка для богатых». Для его выполнения вам понадобится автомобиль Chevrolet Camaro Supersport 69 года. А чтобы выполнить испытание, вам достаточно просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Рык мотора». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику скорость 20 раз. Тут ничего сложного, достаточно просто продержать свой автомобиль на максимальной скорости какое-то время. Следующее испытание называется «Повезет ли тебе, подонок?». Для его выполнения вам понадобится заезд до категории Drag Strip, а чтобы его пройти, вам необходимо выиграть 3 заезда в Drag Strip. На своем тюнинге это было весьма проблематично, поэтому я выбрал тюнинг Forzafone Winter. И последнее испытание называется «Старый конь борозды не испортит». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику бок о бок 5 раз. А выполняется эта техника в гонке путем обгона соперников. Про испытания я вам рассказал, теперь самое время рассказать о наградах. Как всегда, здесь можно купить призовую игру за 40 очков и призовую суперигру за 150 очков. Одежда легендарная – это сапфировая корона за 200 очков и форма патрульного за целых 600 очков. Автомобиль эпический – это KTM X-Bow GT4. Ну и главный приз за этот Forzafone – это Land Rover 3 серии Forza Edition за целых 500 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий Forzafone, который стартует 7 марта. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий.